Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. На слух звук «Ю» в этом имени воспринимается неоднозначно. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Представители этого имени решительны и могут с успехом руководить крупными предприятиями и большим количеством людей. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. В тех именах, в которых встречается классная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Этим людям свойственна склонность к самолюбованию. Этим людям нравится спорт. Они физически развиты, сильны и выносливы. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.